Доброе утро, программа наша все еще продолжается. У нас очередной гость появился в студии. Это юрист Уральской палаты защиты потребителей Иван Лимзяков, друг нашей программы, который помогает нам с вами разбираться в качестве товаров. Доброе утро. Доброе утро, Иван. Ну что? Сегодня у нас на столе помидоры. Видимо, мы с ними и будем разбираться. Да, мы сегодня будем тестировать томаты. Мы купили томаты в магазине зарубежные, купили на рынке и купили у бабушки с рук. Заверил, что есть теплица. Так, теплица, магазин и иностранщина, в общем-то, сегодня у нас участвует в тесте. Какие можно провести тесты, чтобы помочь вот нам со зрителями определить качество томатов? Для того, чтобы томат очень быстро рос и привлекал нас взгляд наш, производители очень часто добавляют пестициды, химикаты. Вот ведь какие богатые. И первый тест, который мы проведем, это тест на нитраты. Для этого нам понадобится разрезать помидор. Так. Раз. И что-то мы должны, я так понимаю, увидеть внутри, да? Мы не должны увидеть внутри. Мы сейчас попробуем тест полоски. Поместим. У тебя специальная даже штука есть какая-то. Для этого отрезаем тест-полоску. Так. Три штучки. Нам понадобится 3 штучки, 5 на 5. 5 на 5 миллиметров? Маленькие, да, маленькие. Угу. Почему именно 5 на 5? Ну, вот такая технология. Можно больше, но смысла нет. Экономим. Тест-полоски, конечно. Затем мы тест-полоску помещаем в сок помидора. Угу. Это вот. У нас помидор, купленный на рынке. Вот тот красный у бабушки, якобы она сказала, что он совхозный. Да, тепличный. Юля, ты помнишь анекдот? Гоги, ты помидоры любишь? Он говорит, кушать люблю, а так нет. Да, вот мы любим все кушать томаты. И, кстати, мы очень много блюд готовим именно с помощью помидоров. С помидором, конечно, завтраки наши регулярные. Ну и остался у нас самый маленький помидорчик черри, которого привезли к нам из-за границы, из-за бугра. Ну и проверим, как у них там с нитратами. Да. Чем они нас там травят? Марокко это у нас. Марокко? Марокко. Да, попробуем. Сколько нужно ждать? Так, мы поместили на 10 секунд, затем мы вынимаем. И нам нужно подождать 3 минуты. Пока мы ждем, какие мы еще тесты, Иван, сегодня с тобой? Сейчас объясню. Каким тестом мы еще будем мучить сегодня помидоры? Итак, я хочу обратить внимание телезрителей, что сейчас наш первый тест на определение количества нитратов в наших томатах. Нам нужно подождать несколько секунд, пока наши тест-полоски проявятся или не проявятся. Ну, а мы продолжим говорить о других способах, вот, в общем, выявления качественных помидоров. Первое, на что стоит обращать внимание, это спелый или неспелый помидор. Понять в магазине это, возможно, внешне. То есть помидор должен быть красным. Также, если вы его разрезаете, он должен быть красным внутри. И давайте вот посмотрим. Здесь у нас помидор блеклый, то есть он оранжевый. И помимо этого есть белые полоски. Покажи нашим телезрителям. Как в арбузе. Как в арбузе, да. Это означает, что, скорее всего, здесь есть нитраты. Вот ты определил по цвету и по наличию вот этих вот самых полосочек. А также мы смотрим на второй экземпляр тоже вот. Помидорки. В целом красный, хороший. В целом красный, да, он... Здесь у нас тоже помидор красный, но вот есть... Но полосок достаточно много. И полосок много. Но только они оранжевого цвета. Ну, может быть, бабушка использовала какие-то нитраты, что называется, натурального происхождения. Да, натуральный. Ну, чем-то поливали, по всей видимости. Также есть заблуждение, что если у помидора зеленые косточки, то значит, он не созрел. Это не так, это зависит от сорта. Угу. Юля, давай оценки будем. Давайте выставим оценки по нашему тесту, вот определение на спелость. Самый спелый, на мой взгляд, это помидоры из магазина. Ну, то есть мы ставим черри твердую 5. На рынке я купил не очень красивый помидор, не внешний. 3. И пахнет. Пахнет помидором. Вот этот вкуснее пахнет. Так. Ну... И этот получает 5, правильно? Этот получает 5. 5 и 3, да? 3, да. 5, 5 и 3. Так, ну, выставили эти оценки замечательно. И вот у нас подошло время, чтобы посмотреть на наши тест-полоски. Я напомню, что мы разрезали наши помидоры, погрузили в мякоть тест-полоску, дождались, пока она немножко подсохнет. И вот сейчас, я так понимаю, мы должны определить что-то по цвету. Вот тест-полоски, допустимое содержание нитратов, это 150 миллиграмм на килограмм продукта. Тест-полоска у нас должна была окраситься, она у нас осталась белая, то есть нитратов здесь отсутствует. Так. Всего, вот в оранжевом помидоре нитратов нет. Это просто, скорее всего, незрелый помидор. Не просто продали. Возможно. Теперь так, в черри. Что у нас в черри? Косточку мы берем. Так, лишнее.
оставим на столе. А тест-полоска. Здесь у нас тест-полоска окрасилась в целом, появился розовый цвет, но не дотягивает даже 50 миллиграмм на килограмм. То есть это норма? Это норма. Так. Ну и, наконец... Красный, который тебе больше всего понравился. Помидор, да, купленный у бабушки. Тоже у нас окрасился в розовый, но в пределах нормы. В пределах нормы. Ну, то есть, получается, по тесту на нитраты все три наших кандидата вот в сегодняшнем тесте получают по 5 баллов. По 5, правильно? Да, отлично. Ну, и я так знаю, что у тебя есть еще один тест, заготовленный на определение качества помидора. Как он называется? Есть еще тест, это на запах. То есть, когда вы покупаете помидор, он должен быть свежим. Свежий помидор можно определить по плодоножке. То есть, когда вы отрываете, она должна быть зеленой. Она, ну, покажи нашим зрителям тоже, вдруг не все покупают помидоры. Свежая зеленая. Так, хорошо. У бабушки. Здесь тоже у нас свежая зеленая. Свежая зеленая, ну и здесь. А здесь мы уже видим черную. Покажи зрителям. Да, действительно так. Ну вот, как мы видим, в лидерах нашего теста на определение свежести помидора выиграли бабушкин помидор и помидор из магазина. А вот иностранщина, что называется, подвела. Поэтому мы ставим нашим землякам по 5, а, в общем, иностранному помидору черри мы ставим 3 балла. Также в магазине вы можете понять, либо дома провести такой тест самостоятельно. Это кидаете помидор с высоты. Угу. Если он разбивается, значит, у него кожура очень слабая, значит, он натуральный. Если помидор после нескольких падений не лопается, остается в норме, значит, Иван, если кинуть с 9 этажа, любой помидор не выйдет. Нет, с высоты вот человеческого роста. А, человеческого роста, понятно. Значит, чем толще кожура у помидора, у томата, который вы выбрали в магазине, на рынке, неважно где, тем он хуже. То есть, по-хорошему, он должен быстро, сочно лопаться, красиво растекаться по полу и, в общем-то, приносить вам радость и удовольствие. Я должен сказать, что, в принципе, все вот эти томаты, которые мы с вами сделали, они способны разбиться с высоты человеческого роста, поэтому я предлагаю, давайте поставим им всем 5. Ну что, наши сегодняшние тесты с помидорами завершены, правильно? Давайте попробуем подвести итоги. Кто же будет лидером? Магазинный помидор, бабушкин помидор или вот купленный, привезенный из-за границы? Ну, я думаю, победил бабушкин помидор, потому что и запах, и цвет красивый. И зрелость. Да. Вот так вот бабушки стараются, и не зря, ведь все на нашу радость и пользу. Ну что ж, дорогие друзья, мы благодарим нашего постоянного партнера, эксперта Ивана Лемзякова за этот замечательный тест и говорим вам, кушайте, пожалуйста, томаты, кушайте на здоровье. Но, кстати, если ваш огород вдруг атаковала тля, быстрее смотрите наш сюжет.